Я 77-го года рождения, я рожден в Киеве, я украинец, я этим очень горжусь. Итак, у меня два высших образования, вернее, одно высшее, одно среднее техническое. Я закончил первый механико-металлургический техникум. Я по первому образованию наладчик аппаратуры сварочного производства, то есть, грубо говоря, электрик. Второе образование — это мое профильное образование, потому что я начал работать в 15 лет, и в 15 лет мне нужно было уже зарабатывать деньги. Я занялся дизайном, то есть я ушел в рекламу. И в принципе так сложилось, что весь мой жизненный путь я занимался рекламой и маркетингом до достаточно, ну, уже взрослого возраста, порядка 20 лет я этим занимался, то есть в этом я достаточно хороший специалист. Ну, неважно. Второе образование, высшее образование. Я закончил Киевский политехнический университет. Это полиграфический факультет, то есть я графический дизайнер по образованию. И, собственно, это то, чем я занимался все время. До 33, наверное, 34 лет я работал, в рекламе наемным сотрудником. То есть я уже дошел там до определенных руководящих должностей, но тем не менее я работал на кого-то, я не работал на себя. На последнем месте работы я решил, что с этого с меня достаточно. Я начал организовывать свой бизнес, тем более у меня было хобби мотоспорт. Я с 2005 года 10 лет гонял в украинском чемпионате в классе супербайк, то есть на литровом спортивном мотоцикле супермото. Это у меня последний мотоцикл SXV 650 Aprilia. Ну и мотокросс KX 250. Это кроссовый мотоцикл. В нем я не занимался профессиональной деятельностью, больше так для себя, для физо и зимой покататься, потому что, ну, просто чтобы держать себя в форму. В связи с этим у меня есть, там был определенный бизнес. У меня в Киеве мотошкола, которая достаточно большая. Затем у меня было издательство, издательский дом, мы выпускали ряд журналов. Параллельно у меня был еще кондитерский бизнес, но это все не имеет сейчас никакого значения, потому что после того, как в Украине начались перипетии, я решил, что с меня хватит, бизнес и закрыл, и продал, что-то еще работает, и решил заниматься совершенно другой деятельностью, которая не связана с украинскими реальностями. То есть у меня основная моя деятельность — это инвестиционная деятельность. У меня есть компании в Австралии, в Америке, и я работаю с Испанией. То есть то, чем я занимаюсь, это большие инвестиционные проекты. Опять же, у меня есть несколько компаний, несколько стартапов, связанных с IT. Это большие глобальные проекты, которые обеспечивают, будут покрывать общемировые объемы. То есть это то, чем я хочу заниматься. Я перестал работать с нашими странами уже очень давно. Ну, как давно? Еще до того, как я ушел в путешествие. Это были мои параллельные проекты. Потом, после того, как это все свернулось, я начал заниматься уже непосредственно этим. И считаю, что это основной мой вид деятельности, в котором я преуспел. Это, собственно, позволяет мне делать то, что я делаю. Я разговариваю свободно на шести языках. Это украинский, русский, польский, английский, испанский и китайский. С китайским чуть-чуть сложнее, потому что язык достаточно сложный, но я достаточно хорошо читаю, я могу говорить, я понимаю. То есть с этим у меня проблем нету. И седьмой язык, на котором я не очень хорошо разговариваю достаточно, но на бытовом уровне, это иврит. Так получилось, что в актив своих языков я смог к моему великому удовольствию добавить еще и этот язык. Поэтому шесть языков, на которых я общаюсь, и седьмой язык, которым я могу общаться, ну, достаточно просто. Поэтому у меня нету проблем с языковым барьером по всему земному шару. Путешествую с семьей. Диана закончила среднюю школу. После средней школы мы решили сделать перерыв, сначала на год, сейчас уже пошел второй год. Я не знаю, сколько это времени займет, но, возможно, мы просто, когда придумаем, где мы все-таки хотим жить и где мы хотим остановиться, то тогда уже Дана будет дальше учиться. То, что касается меня, мой вид деятельности позволяет мне находиться в любой точке мира, потому что все мои проекты находятся, они разнесены по разным континентам. То есть, если у меня проект в Австралии, я лечу в Австралию. Если у меня проект в Штатах, я лечу в Штаты. Если в Европе, я лечу в Европу.
Мне не нужно много летать, но на какие-то ключевые моменты мне приходится. Теперь, наверное, стоит сказать несколько слов, как я пришел в яхтинг. То есть у меня была давняя мечта с детства, я хотел обойти земной шар на яхте. Вообще, не, ноль понимания того, что это такое. Просто я влюбился в картинку, я хотел этого, и мечты должны сбываться. Я пошел учиться. Учился я уже очень давно. То есть я ходил на лодке в Киеве, я брал в аренду, в чартер, мы с друзьями брали, ходили там и в Хорватии, и в Испании, и в многих странах. И потом, когда я уже понял, что вот пришло время, я позакрывал украинские бизнесы, я понял, что пришло время для того, чтобы немножечко уделить время себе, и ушел в кругосветку. То есть мы вышли из Гибралтара, перешли через Атлантический океан на Карибы, с Кариб в Штаты. Штаты, Ямайка, Куба, Панамский канал, весь Южный Тихий океан. Это Соломоновы, Вануату, Ньюи, Тонга, Фиджи и все, французская Полинезия. Потом мы ушли в Микронезию, Палау, Азия, Филиппины, перешли в Индийский океан, прошли всю Малайзию, куда дальше? Таиланд. Из Таиланда мы перешли в Шри-Ланку, со Шри-Ланки мы ушли вниз на Маврикий. И сейчас мы пришли в Кению, что будем делать дальше, я не знаю. Но так получилось, что мы уже обошли Атлантический океан, перешли, Тихий океан, Индийский океан. То есть в нашем активе уже порядка 60 тысяч миль, может даже немножечко больше. Это то, что, собственно, мы делаем. И мы начали снимать наше видео, к сожалению, немножко поздно, когда мы были в Малайзии. И все, что вот дальше идет, идет исключительно с азиатского региона. И я постараюсь показать уже дальше, собственно, то, как яхтинг происходит в океане, на берегу, везде. Наша кругосветка должна закончиться в Алтее. Это маленький город в Испании, с него мы начали, там мы готовили лодку к переходу, и там я планирую закончить весь наш трип. То есть я решил сделать видео, о котором я рассказал немножечко о себе. До встречи на канале!